вам огромное. Удачи, я уверен, что ребята держат за вас кулаки тоже. Класс же, вот класс есть класс, мастерство. Я обожаю джаз. Все духовые инструменты поэтому очень люблю, а саксофон особенно. Это был Игорь Бутман, он специально для ребят, для Маши и Лёши записал эту композицию, которая называется «Ностальгия». И ребята оттанцевали так, как когда-то, когда они становились чемпионами мира и Европы. И нечего здесь комментировать. Была великолепная синхронизация и четкое исполнение всех сложных техник.